В Аральском районе выявлен факт культивирования наркотических растений. Двое жителей выращивали в собственном огороде коноплю. Подозреваемые жители района 39 и 47 лет задержаны. По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Посев или выращивание в особо крупном размере запрещенных к возделыванию растений или культивирования сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотическое вещество.